В США разработали искусственную поджелудочную железу для больных диабетом первого типа. Идея принадлежит жительнице Сиэтла. Устройство позволяет пациентам обойтись без инъекции инсулина. Аппарат, подключаясь к специальной помпе, регистрирует уровень глюкозы в крови и при необходимости впрыскивает инсулин. Больным аппарат выдается бесплатно. Сейчас в США им пользуются уже 400 человек. Аппарат можно подключить к смартфону, устройство само регулирует уровень глюкозы. При повышении сахара в крови срабатывает специальный датчик. Затем он передает сигнал помпе, из которой впрыскивается нужное количество инсулина.